Хей, йо, гайс, с вами Шевик, и мы продолжаем рейдер под названием Слейн. Так, мы одолели оборотня, либо что-то типа того, у нас открылся старый город и канализация. Канализация довольно мрачно выглядит, потом, я думаю, ее напоследок оставим, поэтому погнали в старый город, который закрыт. Да уж. Канализация. Отравляющая чума течет по туннелям и истокам этого бескрайнего и подземного лабиринта. Чтобы оградить свою цитадель от нежеланных гостей, Врол наводнил проходы смертоносными ловушками и отравленными стражами. Окей. Фу, канализация под старым городом наполнена смрадом и опасностью. Огонь светится твой путь. Прошу тебе дорогу через омерзительные стоки там внизу. Нифига себе. О, пауку ваншотит. Добро. Ау. Ау. До свидания. Ну я ж не стоял на этой херне. Ах ты ж, блядь. Да, где сейф? А вот сейф. А, это лифт. Ясно. Ну, я спрыгну, но туда не вернусь. Походу, теперь вернусь, да?
Там должен был открыться лифт, либо типа того. А, там ты... Там... Ау. Что за глаза? Что за морды? Ага. Короче, вот этого здоровяка нужно быстро пробежать будет. Пройти этот момент. Не только так. Ну дай пройти, ты сука. А, там двери закрыты. В жопу, тварь. У меня жопа горит. Плевать. Чисто посрать, пока что посрать. Все? Точно все?
Да, все. Отлично. Поехали отсюда. Ё-моё. Хо-хо-хо-хо. Ладно. Допустим. No bad, no bad. No bad, no bad. Ту-т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 у. Боже, как это бесит. Мне сейчас заново придется эту всю херню пробегать. То, что я просрался. В левую сразу сторону идем. Забейте. Я еще и ударился второй раз. Второй ненужный раз. В смысле? А чё так и много раз его атаковать надо? Не наглейте. Я держусь. Держусь.
Я не знаю просто какой меч, я его сколько? 3 раза ударил. Раз. Два. Пойдем сейчас все-таки на правом. Я не помню, а какой враг на меня там шел? Как долго? Я сгореть как бы не хочу. А, надоел. О, хорош, молодец. Свидание. Фух. С горя пополам, как говорится. Прикольно. Ой. А я думал, они ваншотят. Ну тогда ладно. Я-то думал, они с одного раза убивают. С двух ударов убивают. No bad. Я забыл! Я увидел его, но не среагировал. На тебя, дурачок. ДГ. Ну топора больше радиус. No plan. Fuck. Ловушки? До хера. Только так. Я не знаю, что на самом деле мне делать с теми... Да, хотя я могу пульнуть в них. Давайте попробуем. Ха-ха.
Ну ладно, хотя бы оно тут не все рушится. No bad. Огромная фигурка маячит далеко во тьме. Она типа да посильнее, чем предыдущие боссы, и все равно. А и все Почему у нее так мало хп остается, но она становится сильнее? То есть я перестаю вообще пробивать. Да ёлы-палы. Я не понимаю, в чем... Ну, давай попробуем мечом огненным. Ну, мне кажется, этим надо бить. Пока что это первый босс, который создает трудности. Первый босс, создающий трудности. Thank you.
Блин. Не знаю. Давайте попробуем. Но этот меч не такой быстрый. А ну-ка. Понимаю. Короче, только синий меч наносит ему урон. Короче, когда вторая фаза идет с прыщами, надо сразу уничтожать ее. Что за херня? Почему меня теперь первая фаза так убивает? Бля, идите вы в жопу. Они меня сбили всю фазу. Короче, да. Первый босс довольно сложный. Как я тогда первую фазу так быстро уничтожил? Я вообще не помню. Thank you.
Либо можно сейчас на вот эту последнюю же фазу оставить ульту. Тоже как вариант. Там осталось немножко, но я правильно типа сделал то, что я оставил это ульту на босса уже потом, на третью фазу. Ай-яй-яй. Манать меня атакует уже. Кажется, да, вот до босса быстро дошли. Объем его и фиг уже знает сколько. Да ладно, я уже умер. А если с этой будут стороны начинать атаковать? Я понял, а хорошо. А, он... Он уже с прыщами. Тихо-тихо-тихо. Третья фаза. Ух.
Нажмите так, чтобы получить. А, я не нажимал всегда это. Во имя рогов бога металла ты сразил мать Бихолондеров. Лорд Врол будет страшно разозлен, ведь это его любимцы. Он даже дал каждому из них имя. Представь себе. Не посрать. Ну что, в принципе, это у нас закончено. Это очищено. Осталось только старый город. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.